по поводу того, что против нашей страны ведется война. Ну, такой войны, слава богу, нет. Давайте не будем особенно как бы обращать на это внимание. Но точно совершенно есть попытка сдержать наше развитие различными средствами. Есть попытка заморозить существующий, сложившийся за последние десятилетия после развала Советского Союза миропорядок во главе с одним безусловным лидером, который хочет в качестве такого и остаться, полагая, что ему можно все, а другим можно то, только что он разрешит, и только в его интересах. Такой миропорядок Россию никогда не устроит. Если кому-то это нравится, кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, мы этого делать не будем. Но мы воевать ни с кем не собираемся, мы собираемся со всеми сотрудничать. И вот те попытки, которые предпринимаются, в том числе с так называемыми санкциями, в конечном итоге, я думаю, что они никому радости не принесут. И в отношении такой страны, как наша, они точно не могут быть эффективными. Хотя наносят нам определенный ущерб и вред. И мы должны это понять. И, понимая это, должны повышать свой уровень суверенитета, в том числе и в сфере экономики.